Здорово, вояки! У микрофона Зуберг, и перед вами очень интересный материал по поводу мини-игры «Черный странник». Эта мини-игра позволяет вам, потратив небольшое количество очков марафона, выиграть куда большее количество, ну или внутриигровые няшки. При этом все это доступно только игрокам, которые купили доступ к марафону на «Черного орла». Как вы знаете, Mail очень любит подобную схему, когда ты куда-то вкладываешь чуть-чуть бобреца или, например, чуть-чуть каких-то очков или голды, и с какой-то долей вероятности что-то можешь получить. Естественно, тебе перед носом размахивают огромным, прекрасным, роскошным призом, который ты, естественно, не получишь, потому что получает этот приз буквально единицы, единиц, единиц. Один человек на тысячу. И это идеальная схема, когда после акции у Мэйла есть на руках, например, 10 суперсчастливчиков, которые получили кучу премов или голды и больше никогда не вложат в игру. И с другой стороны, тысячи людей, которые вложили кучу голды, очков или бабла живого в эту сраную цифровую коммерцию. Я бы назвал бы это абсолютным стопроцентнейшим аналогом Азино Три Топора, Вулкан Удачи и прочей лютой залупосрани, но которая по факту является цифровыми казино, азартными играми. Но ввиду убогости российского законодательства и того, что Россия с большой натяжкой является правовой страной, у нас вот подобный бизнес процветает без проблем. У Мэйла было три итерации подобной дряни. Первая итерация — это тот же самый «Черный странник», но мы играли на голду. Там вы вкладывали фактически 25 голды в каждый пролет спутника и могли что-то получить. Главным призом был общий банк голды в 50, 60, 70, 80, 100, 150 тысяч голды. Ну, как на вкидывали люди в эту херню, столько народ, столько, соответственно, ты и мог получить. Естественно, счастливчиков было, по-моему, 4 или 3 человека буквально, может, 5. А все остальные просто просадили или кучу бабла, или кучу голды. Представляете себе, вы вкладываете 25 голды за попытку поиграть в какую-то игру. А 25 голды — это 5 рублей. Так это же игровой автомат в чистом виде. Это просто цифровой игровой автомат. Нормальная херня, да? И почему так мыло никто не приходит в офис и не кладет никого ебальцем в пол? Представляете, какая дрянь? Вот так вот у нас справедливо все существует. Хочешь поставить игровой автомат — пошел нахер. Потому что это азартные игры. А хочешь поставить цифровой автомат? Ой, добро пожаловать, боже мой, это же без проблем, все в порядке. Ну да ладно, что-то я на пацанов, на парней очень много гоню. Естественно, они все молодцы, няшечки, и это ни в коем случае не цифровое казино. Не-не-не-не-не-не, это просто игра на удачу. Так вот, сегодня мы говорим про игру на удачу в рамках мини-игры «Черный странник». Вы можете вложить 5 очков марафона, 5 орлов, в то, чтобы получить какую-то плюшку. Главный приз, естественно, банк очков. Ну, вот народ там получал 7 тысяч, 10, там 20, 50 тысяч очков «Черного орла». Я сыграю 100 раз по 5 очков за игру, и таким образом я потрачу 500 орлов. При этом посмотрим, что я за это заработаю. Итак, я сыграл 100 игр, и в рамках сотни игр я получил 12 серебряных бустеров, 12-часовых. Каждый бустер дает по 15% к фарму кредитов и опыта и по 25% к фарму опыта свободного, опыта командира и опыта экипажа. Это именно бустеры, это не жетончики. Я получил 28 голдовых бустеров по 12 часов. Каждый дает по 25% к фарму опыта и кредитов. Я получил 11 больших ремок на общую сумму внутриигровой валюты примерно в 600, там, 5000, да, там, короче, 600 плюс 1000 кредитов. И 13 аптечек больших. Это примерно 700 с копейкой тысяч. Таким образом, я сэкономил 1 200 000 1 300 000 внутриигровой валюты. С той лишь оговоркой, что большая аптечка — штука достаточно редко используемая. Но на некоторых машинах она лишней не будет. На каком-нибудь М62 тысячи, например. Или где часто вылетает водятел. Что получается? Я в 40%, в 40 играх из сотни, 40%, я получил бусты. При том, что бусты весьма неплохие. Я подчеркиваю, это действительно неплохие бусты, это не дерьмо какое-то. В 24% случаев я получил большую ремку или аптечку. Ремки — вопросов нет, отличная штука, очень ходовой товар. Аптечка — штука более своеобразная, но в целом там за полгода, я думаю, вы их все истратите. Ну а в остальных 36 играх, то есть 40%, 40 игр — это бусты, 24 игры — это аптечка плюс ремка, и 36 оставшихся игр — это очки орлы. Я получил 224 орла за 36 игр. Таким образом,
вычитаю из 500 потраченных очков, 224, получаю 276 очков. Всего я потратил на 100 игр. 276 очка орла, скажем так, за каждую игру. Вот такая вот получается тема. Хочу сразу же вас предостеречь. Естественно, банк очков, большие суммы очков срывает единицы. Большинство остается на руках с бустерами, ремками и аптечками. Таким образом, если вы желаете побыстрее прокачать Кортеса, завтра же или сегодня же получить 640-го, не стоит играть в мини-игру «Черный странник». Вы, скорее всего, сольете все свои очки, будете недовольны и злы, и скажете, что все пидорасы, но, по крайней мере, вам достанутся бусты. С другой стороны, если же вы прошли полностью марафон и думаете, куда бы мне так это влить кучу очков, ну и, например, у вас не прокачана куча техники, вот можете вливать очки в... фактически переводить их в бустеры. А что тут думать-то? Примерно получается, если одна мини-игра стоит 2.76-2.75, а вы получаете бусты примерно в 35-40% случаев, то, ну, берите грубо 8-9 очков на один буст, серебряный или же голдовый. На мой взгляд, это неплохой размен. Еще раз, если хотите получить кучу очков, проходите мимо. Если вы прошли марафон и думаете, куда их вливать, в коробки или в мини-игру «Черный странник», в принципе, можно и в мини-игру, если вам нужны бусты. На этом, пожалуй, все. Жмякайте лосося подписывайся, пишите в комментиках, что вам выпадает в рамках этой мини-игры, и приходите еще. Будет интересно.